Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Все, паренька мы отвезли. Ты мне офигенно помог на заводе. Ирак аж поверить не мог. Но в итоге поверил, да? Ну да. Гордится, все такое. Но больше мне его злить нельзя. Врубаешься, чувак? Рядом с Росси Фримонт есть бар. Скину кое-что в мусорку рядом. Микрофон. Забери. Слышь, ты спугнул его на аукционе. Теперь на верхний этаж хер кто пройдет. Я тоже. А мы тихо. Да ладно тебе. А, блин. На. Да ё-моё. Я такую машину попортил. Тихо. Итак, ну значит надо микрофоном подсунуть. Буду вести, как я понимаю, при помощи видеокамер. Ну, это я предполагаю, этого толстого дичбокс или кто он там. Так что хотел бы вообще всех перебить, падл, на миссии какой-нибудь такой, перебей этих падл. Но такая вот миссия нету, жаль, что нету. Она даже звучит хорошо. Итак, вот это. Да. Скинуть. Залезть. Не сюда. Ой-ой. Что мы там поимели? 14 тысяч. Я что-то не совсем понял. Вот так. Скидывай. Был обнаружен. Прослушка. Бедбак должен справиться. Мне больше не на кого рассчитывать. Если он облажается, моему делу конец. Удачи ему. Все. Сваливаем. Так, куда нам сваливать-то? О, так недалеко. Давай, машина хорошая у меня. Да. Ага, вздыхали. На, вот вам. Устроил неприятность. Сейчас манипуляции должны проводиться. И поворот. Так. А, вы покидаете область. Забраться в здание, не упускать бедбага из виду. Пропадет связь, пацан запаникует. Этого нам не надо. Здесь-то точно мы не сможем зайти. Ну-ка, вот здесь вот. Здесь же были ворота, я же через них уезжал. Вот. Тихо. На. Давай. Чё, все? А где-то кто-то там еще остался. Да подожди, сейчас тебе люлей навешаю. На. Не оставляйте свидетелей, есть? Займите позицию, свяжитесь с Бадом. Хорошо. Вот сейчас будем связываться. Готов? Да. Где ты? Я рядом. Иди.
Выкини что-нибудь, я сразу же нажму кнопку. Бэтбаг обнаружен. Давай, я все сниму. Телефон поможет. Войдешь без проблем. Я не стукач. Я не сдаю копам. Окей. Я не коп. Все, полегчало. Сык от начала. Слушай, что говорю, и не рыпайся зря. Я за тобой присмотрю. Ладно. Так. Давай-ка посмотрим, как у тебя с движением, с маршрутом. У тебя камера есть? А, вот. Камера есть. Так. Соединение, так. Не совсем понимаю, конечно, как... Ладно, давай сюда. Ну, давай, вперед. И вот сюда. Давай. Вот сюда. Все. Блин. Спокойно. Сколько тебе? 19 чел. Че? 19. Совсем пацан. Бабуля говорит, я акселерат. Так, ну давай смотрим, как мне тебя сюда толстожопу вот так притащить. Какого черта? Вперед. Давай. Опа. Опа. Окей, иди. Твою мать. Блин. Ну давай смотрим. Опа. Опа. Зеленая ограда. Ну что за хрень? Так, ко мне никак не привлечь его внимание. Давай. Лады. Давай. Да что такое? Господи, как этот мамонт может тихо двигаться, это еще? Вот вопрос вопросов. Так, давай сюда. Так, что-то мы так привлечь. Какого черта? Ага, вот так давай. Сделаем вот так. Потом сюда будешь двигаться. Твою мать. Блин. Иди прямо. Ну да. Вот так. Зачем связался с этими уродами? Это же семья. Ну, я так думал. Да ну ее. Семья есть? Да. Дети? Нет, у тебя. Так, двигаться. Блин, не смеши меня. Вот так. Да. Не стоит, пожалуй. Так, смотрим. Что у нас здесь? Камера. Какого черта? Ну закрыл и закрыл, ну, что тебе? Меня это нервирует, чел. Куда ты? Да где? Да что такое? Так, ну, да... быстрее. Двигайся сюда. Где ты? Во.
Блин. Тебя спалили, дебил. Твою ж мать. Я тебя потерял. Тварину такую. Зачем связался с этими? Так. О, хоть ну ладно, хоть. Ну, я так думал. Семья есть? Да. Дети? Нет, у тебя. Кто ж знает? Блин, не смеши меня. Давай сюда. Нет. Для начала. Так, теперь. Ну, сюда. Так, я открыл. А чё открыл-то? Какого чёрта? Тихо-тихо-тихо, жди. Ладно, так. Да. Давай. Сюда. Ты у меня где? Вот он, ты хомяк. Ну чё за хрень? Так. Закроем роль ставни. А вот такая вот. Что бы ты спросил? Да что такое? Так, быстрее. Давай. Вот. Все, сумел. Замок не для красоты висит. Подойди поближе. Войти может только Ирак. Теперь и ты можешь. По камере нужно посмотреть. Давай, что ты мне предложишь? Компьютер там. А ты зачем все затеял? Ты что, чужой? Долгая история. Время у нас есть. Ирак испортил жизнь мне и моей семье. Нужный ответ. А говорил долго. Так, ладно. Смотрим. Взламывал. Что у нас имеется? Повернуть вот так. Надо взломать вот эту штуку, значит. Ну что ж, для начала надо взломать вот эту. Так, получается, мне с двух сторон надо атаковать. А как мне атаковать? Вот так. Потом вот так. Все. Подожди ты. Заткнись. Я же говорил, что только Ирак. Тихо. Так, мне смысла нет, да, ставить ее? Вот так. Так есть смысл ставить. Так. О, а тут двойная, ага. Для начала. Так, первую поставлю. Как мне ее открыть-то? Так, если я сюда поставлю, вот так. А как мне ко второй-то подойти-то? Блин. Откроем. Пусть будет. Так, не знаю. Первая есть. Вторая подобным путем открывается. Я уверен. Откуда ты идешь-то, блин? Сигнал-то откуда-то идет?
Что-то я... Так, этот напрямки... Этот напрямки точно пойдет. Так, а здесь тут-то как быть? Второй сигнал проходит. Осталось только... Вот здесь сигнал подай. Так. Все. Взломал. Компьютер там. Давай, давай. Холод собачий. Да, для охлаждения. О, черт. Солидное железо. Вот, подойди. Черт. Что? Так, стой там. Стой, еще не все. Вернись. Так, ты главное стой, падла. Ой, паникер. Бак, что за хрень? Итак, как выглядит? А как это выглядит? По мне, как охрененное предательство. Как ты вообще сюда попал? Выкини его из окна. Я бы не стал, ты же знаешь. Уину продался. Нет, стой, чувак. Не ври мне. Не смей врать мне в лицо. Взял тебя вдоль и что? Ой, брат, мы же семья, я тут ни при чем. Он заставил. Чё за... Какого хера? Он все видит. Не убивай меня, брат. Прошу. Так. Ты его вниз. Найди, суку. Ага. Значит, вы думаете, что я еще внизу? А я хоть внизу? Я же могу и уйти. Откройте северную... О, блин. Сбегите. Он же все делал как надо. Он сам не уйдешь, понял? Его здесь нет. Он убил собственного брата. И это из-за меня? Данных у меня мало, но надеюсь, хватит. Давай. Хрен вы меня так найдете. Посмотрим. Только не заезжайте ко мне, пожалуйста. Это рядом с Кириса, Катрина. Не показана, да, территория? Так. На машине или пешком? На машине или пешком? Давайте посмотрим, действует мой трюк или нет. Вначале. Ну, вот так. Все равно мы найдем ублюдка. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, они уже близко. Ай-яй-яй. Ай-яй. Вот по помоечкам. Вот так. Тихо, тихо. Думает крутой, но мы его найдем. Да я не сомневаюсь в ваших поисковых талантах. Но в себе-то я тоже уверен, что я свалю от вас. Ха-ха-ха, бугагашеньки. Так. Вот сюда. Ой, нет, нет, нет. Блин. Нарошечный забор. А как далеко-то мне бежать? Ищите, мне нужен этот... Как он, сука, вот так. Все, да, я могу. Без единого выстрела. Ушел. Ну, есть что-нибудь? Скачать получилось частично, но кое-что удалось раскопать. Похоже, на этом компе хранится компромат на всех. Имена папок, например. Коп-шеф, секс-видео, взятка начальству Блюм. Сетевое с бреши. Ирак загробастал себе супероружие. Да. Кто-то копы не лезут. Небось, поболтал с шефом полиции. Ты видишь, что в этих папках? Пока нет, пытаюсь. Есть папка с именем Мерло? Мерло. Да, есть. Давай. Отлично. Я скоро буду. Ну? Прослушка, задание выполнено. Ну давай, куда мне ехать-то?
Адрес. Ну, ладно, поедем прямо. Эта хрень еще пашет? Бэтбак, живой? Давай, быстро уходи. Да уже. Подумал тут, может, помогу тебе чутка. Ну, по поводу семьи. Ролик, который мы видели. Ирак спросил про него. Типа, что я знаю про Роуз Вашингтон. Роуз Вашингтон? Не знаю, кто это, но на видео она. Ирак сказал, сдохла. Ценная инфа. Спасибо тебе. А то. Так. Ну, так это... Разбежались? Разбежались. Молодца, Бэтбак. Давай, надеюсь, ты уйдешь из банды-то. Возьмешься за ум, а то тебя за яйца схватят. Так, мне-то куда ехать? Я же не могу просто блудить. Ладно, поехали в точку. Так, я где? Надо правее взять. Вон туда. А, во, стоп. А, так мне туда и надо. Ладно, давайте телепортируемся. Итак, добрались до убежища. Смотрим историю дальше. Давай. Опа. И я наверху. Ты здесь? Ау. Все хорошо? А, вышло мало. Загрузка прервалась. Черт. Так и знал. Ладно. Но тогда я сам туда пойду. Ты что, спятил? Даже если ты проберешься, бесполезно. Там стоит шифр. А что мне делать? Ники у Дэмиана. Плюнуть на все? Конечно нет. Я не это имела в виду. А что ты имела в виду? Да, сначала сам разберусь, что это такое. Дэмиану верить нельзя. Я знаю. Короче, давай... Давай. ...решать одну проблему за раз. Ладно? Если я достану данные, расшифруешь? Нет, это слишком сложно. А кто сможет? Я смогу. Я. Допустим, этот... ненормальный... Тобиас. Он работал тут. Окей, с него и начнем. Главное, будь осторожна. Я и так осторожна. Значит, еще осторожней. Прости. Окей. Окей. Окей, окей. Ого. Ух ты. Реймонд Кинни. Это точно он. Он был разработчиком, нанятым для запуска всей сети ОС. Он создал кодировщик. У него должны быть лазейки. Так давай, адрес его. Кинни круче всех. Это же его комната. Он просто гений. Нет-нет, он легенда. Думаю, легенду найти непросто. Его нет в сети. Вот уже год о нем никто не слышал. Скрывается где-то. Ну, мы его найдем. Так, в сети можно найти кого угодно. Кинни в том числе. Найдем, где он был в последний раз. Он год как пропал. Замучаемся искать. Есть. Зараза умеет заметать следы. Но в одной точке он часто ошивался. Значит, через нее сможем найти Кинни. В теории. Отправляйся туда, подключишь меня к компу. Поищу еще раз из бункера. И клиент наш. Да. Давай. Даже не знаю, что за файл это взламываю. Нужны ли они мне? Важны ли они мне? А где тут выход? Что это за восстание робота? Ладно, давайте телепортируемся.
вообще странно. Ты сказала, он год не высовывался. Наверное, кто-то заметил, что я нашла сигнал Кинни. Похоже, нас будут встречать. Ну пусть. Им надо в компах поковыряться. Зря вообще связались. Хоть бы с деньгами не кинули, но я свое получу. Итак, мы прибыли. Ой, сраная, блин. Сюда год. Ну и тут. Давайте, где народец-то? Конечно, что-то не так. Так, кто еще тут есть? Есть. Я здесь. Я туточки. Туточки, я туточки. Берегусь. Его нужно найти. Всем ясно. Всем. Все, всех убил, всех взорвал. Черт, кто-то нас засек. Давай быстрее. Что там мне нужно? Давай. Подключи меня к компу. Запущу поиск из бункера. Подключи к компу. Ну вот он я. Я что-то не так делаю? Взорвать? Нет. Запустить. Ну-ка, давай-ка вот так. О, господи, еще и деньги могу собирать с трупов. Нет, вот это я не хотел взорвать. А, вот компьютер. Ну тот компьютер я выбрал. Ух ты, прямо old school. Вот почему по закону клуб не закрыть. Ну? Давай, мне тут обороняться надо будет. Скачивание данных. Старая забитая фишка. Клара, он в сети. Где кто еще есть? Ну? Я никуда не тороплю. Ладно. Есть контакт. Так. Пенсакола. Монреаль, Нью-Йорк. Банк. Взорвали. Не волнуйся. А сколько вас? Сколько вас? Ой-ой-ой. Давай. Еще. Ну что, мы засекли его. Где граната? Куда теперь не денется, родимый? Прижмем его. Жми. Прикрою. Так. Попал. Вы все попали, ребятки.
Чё? Пони? Лучше ничего не придумал, Рэй. Чё? Всё, бежим. Что делать? Я должен найти Кинни первым. Так, сотрите данные жесткого диска. Проще расстрелять здесь все. Взорвать. Черт, уходит. Он знает, где Кинни. Нельзя его упускать. На пожарной машине. Сейчас я отключу их. Вот. Блин, машина то мощная у них. Как вот ее вырубать спокойно? Не окайте, не акайте, дело государственной важности. Берегусь. За машину у меня, она, наверное, специально там стояла такая, знали, что я воспользуюсь этой херней, которая заносит на. Давай. Тихо, 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 тихо. С чего это ты по мне стрелять-то начал? А, еще один. Блин, я не так хотел. Ладно, сейчас я их задавлю. Не, не задавлю, подожди, еще раз. Забаха. Есть. Пауни. Пауни? Лучше ничего не придумал, Рэй. Да, мне уничтожить надо сначала. Нужно стереть всю инфу. Я должен найти Кинни первым. Давай. Сейчас я... Ну, принцип-то понятен, да? Только надо тачку другую брать. Это хрень какая-то, не тачка. Нельзя его упускать. Блин. В курсе. В курсе. Я отключу их. Быстрей. Я уже бегу. Вот эту не берите, вот эту возьмем, давайте. Брунг. Ой-ой-ой-ой, какая быстрая. И тоже с заносом. Вот. Блин, это еще хуже. Итак, надо их остановить. Блин. Еще как требуются патрульные. Они его, надеюсь, будут долбить. А не меня. Спокойно. Э, сказали угнали грузовик, а не легковушку. Не легковушку угнали, а грузовик. Вы что, не слышали? Дебилы. Стой, к обочине. Да заткнитесь вы, к обочине. Стоять! Повторяю, стоять! Объект движется пешком. База, нам очень нужна помощь. Давай. Oh,
Тихо. Ну не хватало еще, чтобы вы меня, падлы, убили. Уи. Так, ладно, лучше в первую машину садимся. Есть. Пауни. Пауни? Лучше ничего не придумал, Рэй. Пауни. Нужно стереть всю эту. Я должен найти Киллиберга. Так, сотрите данные с жесткого диска. Самая тупость. Угнали грузовик, а охотятся за мной на легковушке. Я бы что на мотоцикле был бы, так еще бы за мной был. Угнали же грузовик. Дебилы. В курсе. Сейчас. Я отключу их. В реальности такие же, интересно. Давай, о, там еще одна машина стоит. Так. Блин. Хочешь сократить дорогу? И ни хрена не получается. Он уже поворачивает. Спокойно. Так. О, я близко к нему. Я был ближе. Так. Уйди. Падла. Кто-то угнал грузовик. Требуется патрульная. Бой сканирования CTOS. Ожидайте. Да уйди ты! Сейчас я не совершу твои ошибки. Блин. Падла. Принято. Усиленная патрульная машина уже в пути. Усиленная. Вот так. Куда мне? Его нужно остановить. Сейчас я его в бок долбану. А ну тормози! Бумк. Тихо. Вы-то такой трюк не сможете проделать. Так что... Пакет, давай. Не надо меня преследовать. Все, до свидания. У вас видела, у меня свидела. Так, а мне как? Мне бы так объехать бы как-нибудь. Так, сначала надо выехать. Вон там мой штаб. Сигнал кинь идентифицирован. Потом 948 базе. Возвращаемся. Хорошо. Ну, сначала мы заедем, закупимся. Скоро найду. А вдруг он не согласится? Если он расшифрует файл, выдаст себя. Кинни борец за правду. Говоришь, там есть компромат на Блю? Да там на кого хочешь найдется. Думаю, бывший сотрудник не сможет устоять. Когда найдешь Кинни, что ты ему предложишь? Ему придется рискнуть. Если займется расшифровкой, его найдут. Придумаю. Не зря он прячется. Да. Он пошел против Блюм. Разоблачил их.
Сыграем на этом. Будешь угрожать ему? Нет. Но он хочет отомстить. Он ждет возможности. И я ему с этим помогу. Надеюсь, не крадено. Не удержался, так. Верно? Так, это максимум. Говорил же, что умею. На. Что у меня? У меня все есть теперь. На этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока.